В детских лагерях страны отдохнули уже 500 000 детей из Уральского федерального округа. Еще 300 тысяч оздоровятся до конца лета. Ребята из Югры в основном отправляются на отдых в более теплые регионы. Тюменскую область, Краснодарский край и Крым. Полномочный представитель президента в УРФО Владимир Якушев подчеркивает, что подобные мероприятия помогают не только профилактике происшествий с участием несовершеннолетних, но и полноценному развитию ребят. В летних лагерях дети становятся взрослее и самостоятельнее, расширяют кругозор и приобретают новых друзей. Ханты-Мансийский автономный округ активно включился в программу поддержки детей из Донбасса. Югра примет на отдых 300 человек. Половина из них прилетела в Сургут накануне. Смена обстановки поможет ребятам из ДНР и ЛНР в адаптации к обычной мирной жизни.